Мы начинаем сразу с крупных форматов. Разговор будет емкий, но недолгий, потому что мы следим за таймингом наших гостей. Алия, здравствуйте. Спасибо, что выделили несколько минут. Добрый день. Давайте, наверное, все-таки начнем с того, что была непростая работа проделана, был довольно сложный год. Что удалось сделать? Есть чем похвастаться наверняка, поделиться, болевые точки какие-то обозначить. Да, вы знаете, наверное, этот год, ну, для меня лично сравним вообще с входом в ритейл, который у меня произошел 10-11 лет назад. И по сложности, наверное, это были сравнимые годы. В плане больших форматов, мне кажется, для нас это очень показательный, успешный и вообще год, который нам даст развитие на дальнейшие периоды, потому что, наконец-то, большой формат, который является не самым крупным внутри нашей корпорации, все-таки привлек внимание, и в первую очередь, конечно, огромный шаг был сделан для того, чтобы развиваться. Это сформированы команды внутри категорийных дирекций для того, чтобы все-таки нам начать разделять и ассортиментную политику, и промо, и так далее для наших покупателей по разным форматам. И что было сделано в основном за этот год, это работа над ассортиментом, который нас и по показателям NPS, то есть по отзывам наших покупателей не устраивал, и нас самих тоже. И основные, конечно, изменения этого года — это ассортиментное увеличение, расширение потребностей так называемых, да, то, что нужно покупателю, и расширение внутри этих потребностей, и также приведение ребалансировка, так скажем, по ценовым сегментам для того, чтобы мы все-таки предлагали в разных потребностях товары разных ценовых сегментов и таким образом также привлекали разных покупателей. Если говорить о вот этих самых замечаниях и пожеланиях покупателей, да, можете сказать самые распространенные? Какие были пункты вот эти по обратной связи с покупателями? Что им нужно? Вы знаете, наверное, отмечу, вот, собственно, ну, опять же, благодаря изменениям за последний год, когда мы развивали и редизайнили, так скажем, да, наши крупные форматы, покупатели очень ценят изменение атмосферы в магазине, что им нравится ходить туда семьями, им нравится ходить в светлые большие магазины с приятным дизайном. И они, конечно, отметили изменения в лучшую сторону в ассортименте, в расширении ассортимента, что они могут закрыть гораздо больше потребностей при покупках. И сэкономить время, да, и получить удовольствие. Супер. Ну а если говорить о планах все-таки, да, заглянем немного вперед, поделитесь тем, чем можно поделиться. Да, на самом деле это вот буквально первые шаги, и еще работы достаточно много предстоит. И, конечно, мы планируем начать разделять теперь не только, собственно, большие форматы от наших малых форматов магазинов у дома, а разделять их внутри, потому что, конечно, мы видим, что у нас большинство магазинов именно большого формата, они, собственно, являются, так скажем, супермаркетами по миссии покупки, по локации, по размеру магазина в том числе. То есть это под форматы, да, получается? Да, угу. Мы планируем разделение под форматов, и, в общем-то, сейчас в процессе нашего разговора происходит смена вывесок магнита семейный на магнит экстра в тех магазинах, где локации более, так скажем, гипермаркетовские, где покупатель сможет найти гораздо более широкое предложение и больше эмоциональных каких-то историй, нежели в супермаркетах семейных. То есть теперь мы их будем называть магнит семейный и магнит экстра. А можете сказать, что добавится? Экстра — это же, да, что-то сверх, то есть больше дополнительно. Вот чего там будет больше? Да, вы совершенно верно уловили. Именно это название именно было для того, чтобы показать, что здесь ты найдешь что-то сверху дополнительное, еще. Мы, конечно, хотим, помимо удовлетворения потребностей вот именно в широте и глубине ассортимента, что можно сделать на больших экстрах благодаря размеру магазинов, хотим, конечно, привлекать покупателей всякими эмоциональными историями, хотим привлекать сервисом и развитием фреш-категорий, хотим, чтобы покупатель ценил
то, что вы уже упомянули в том числе, что в одном месте можно купить много всего, да, одновременно, и приходить туда на самом деле с семьей, с детьми и получать удовольствие от программ лояльности, от дополнительных историй и проектов, которые мы проводим с поставщиками. Кстати, о поставщиках. Извините, что перебью, но очень хочется узнать, чего ждать, в общем, от этого взаимодействия, да, чего мы ждем от поставщиков. Да, отличный на самом деле поворот, потому что от партнеров наших я, как вот, собственно, коммерческий директор формата, жду большей вовлеченности именно в развитие супермаркетов и суперсторов наших. Да. Прошу их тоже не смешивать и не приходить с такими, так скажем, посылами, что ну вот, как бы это же гипермаркет. На самом деле у нас 300 супермаркетов, порядка 300 супермаркетов, и одна треть, где-то 100-150 магазинов, это суперсторы экстра. Поэтому очень хочется сейчас выстраивать диалог на эти два подформата, потому что все равно есть разница и есть возможности отдельно делать для этих подформатов разные проекты и категорийные истории. Вот. И мы со своей стороны для того, чтобы поддержать это и сделать это возможным, собираемся в связи с тем, что вывески наконец поменяются до конца этого года, мы планируем также дать возможность разделять промо под форматом ценообразования, и таким образом мы сможем максимально эффективно начать сотрудничать также с нашими партнерами в рамках подформатов. Алия, еще вот какой вопрос, наверное, в ногу со временем. Недавно у «Магнита» появилось направление e-commercial, он же e-com. А будет ли какой-то отдельный ассортиментный подход в этом плане? Можете раскрыть нам немножечко секретов? Да, конечно. На самом деле это очень интересная история. И мы хотим быть в рынке, хотим быть в ногу с покупателем. И, конечно, онлайн предоставляет широкие возможности в развитии ассортимента. Кажется, что это бесконечная полка. И мы работаем в этом направлении. Конечно, ждем экспертизу от наших поставщиков, партнеров в этом направлении. И таким образом будем покрывать еще больше каналов, которые покупатель ждет в современной реальности. И ассортимент будет развиваться как во фреш-направлениях, так и в товарах долгого хранения. Также, естественно, мы обязательно будем развивать товары косметики и бытовой химии. У нас есть огромное преимущество в данном плане с форматом МК. Да? Мы прекрасно знаем, что нужно покупателям, как нужно покупателям, и будем, конечно, этим пользоваться. И в связи с этим, естественно, помимо доставки из магазина, для того, чтобы расширить ассортимент, у нас есть планы по открытию дарксторов. В этом году уже было открыто несколько дарксторов, и мы планируем развивать эту историю. Подводили итоги и говорили о перспективах вместе с Алией Салахитдиновой. Спасибо вам огромное. Спасибо вам.